Библиотеки областного центра принимают читателей с 11 июля. Работают организации с соблюдением всех санитарных норм, которые диктует Роспотребнадзор. Посетители обязаны быть в масках и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию. На входе читатель обязан обработать руки антисептиком и только после этого имеет право получить доступ к фонду. Но мы все-таки ратуем за то, чтобы был предварительный заказ литературы. Любой читатель города Магадана может позвонить по телефонам библиотек филиалов, заказать определенную литературу, и когда он придет в библиотеку, соответственно, библиотекарь ему выдаст эту книгу. В период самоизоляции все 9 библиотек Магадана не принимали посетителей, однако мероприятия не отменили, их перенесли в онлайн-режим. В социальных сетях для читателей проводили конкурсы, викторины и устраивали разные рубрики. Пока в областном центре массовые встречи под запретом, хранители книжного фонда региона будут продолжать работу дистанционно.